поселок Рудничный и мой канал Ольга Затерянная в тайге. Едем сегодня выгуливать нашего песика. Вот эта дорога уже расчищена, чистенькая, классная. Вот впереди большие грузы, позади тоже большие грузы. Возят торф наш поселок Рудничный, чтобы у нас было дома тепло. А эта дорога на Утичий Бор. Вот здесь каждый день мы с девочками гуляем. Выходим в 8 утра, 2 часа прогуливаемся по этой дороге. Гуляют все, весь поселок. Вот едем, едем, едем. В далекие края. Ага, в далекие края. Вот сейчас выпустим собаку нашего кобеля, которого зовут Адам. И прогуляем его. Вот он помчал впереди. Бедный, насиделся целую неделю, сидит, только выгуливаем один раз его в выходные. Ребята, тут такая красота вообще. Ребята, впереди такая красота. Неимоверная просто красота. Вообще уму непостижимо. И главное, градусов сегодня всего 17. Вот кроссовки новые купила зимние. Специально по лесу ходить. Китайские, конечно, но что делать? Дешевые зато. 2000 стоят. Ребята, мы приехали на Утичий. Мы на Утичи. Здесь такая красота и наша машина. И вот лесорубы стоят. Наш лес вывозят. Потихоньку вывозят, полегоньку наш лес. А они уехали, уже там валят. Вот так вот. Ребята, смотрите, какие морозы были. Речка Волосница все равно течет. Представляете? Что за речка Волосница? А вот здесь, о, вот такие, что-то такое, я даже не знаю. Белое безмолвие, белое безмолвие, и я здесь, ой, отдыхаю душой. Посмотрите, какой снег лежит на ветвях сосны. Вот это такой снег лежит. А уже чувствуется, что скоро наступит последний месяц зимы. И будет весна. И тогда я не вылезу из леса. Я буду прям жить в лесу. Если омикрон меня не свалит с ног. Еще обращаюсь к нашим мужикам из поселка. Кто хочет ехать на рыбалку, пожалуйста, посмотрите, туда дорога расчищена. Туда дорога расчищена. Везде дороги расчищены. А ты не гавкай. Сейчас очень такого интересного снимать нечего. Потому что Утичи — это не такая уж и тайга. Просто лес. Вот, посмотрите, какие сугробы, 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 кругом сугробы, тишь и благодать. Ребята, ребята, сейчас вам покажу, как наш пес Адам ездит в машине в багажнике. Вот сейчас вам покажу, вот подходим к машине, вот Адам наш вот бежит. Ой, и вот сейчас я вам покажу, где он находится уже. Вот посмотрите, он уже в багажнике сидит. Он молодец, умница, он знает свое место. Ой, ты мой хороший. О, сейчас мы так доедем с ним до дома. Вы на канале Ольга Затерянная в тайге. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. А мы едем в обратный путь. Вот, ребята, такие дела. Наш песик благополучно доехал в багажнике машины. Вот он сидит.
бедолага. Опа. Вот. Так и ездим. Ну, давайте, пока. Подписывайтесь на мой канал. И я вам осенью такие видосы сниму. Сейчас просто зима, снимать нечего. А осенью, когда мы уедем в глухую тайгу, я вам такое сниму. Вообще, вы прям с ума все сойдете. С вами Ольга и мой канал «Затерянные в тайге».